А первыми читателями были его дети и внуки, вспоминает Евгений Чуковский. Утром солнце всходит раненько, и когда всходило солнце, то дед выходил на балкон, который примыкал к его кабинету. И вот я однажды зашел туда, дед сидел, писал, потом он вдруг встал, подошел к перилам, перила были широкие, вот такие вот, дощатые, краска с них давно уже облезла. Он так подошел и сказал: гляди. Выставил ладонь, ладонь у него тоже была очень большая, и он сделал очень ловкое, быстрое и точное движение, вот так. И слышно было, как у него в кулаке жужжит пойманная муха. Я сказал: дед, зачем тебе это? Он сказал: а ты не видел ли, у нас на лестнице поселился паук и за ночь соткал себе восхитительную паутину. Он же глупый, не поймает ни одной, мух-то там нет. Я спросил: дед, а как же вот муха, муха, цокотуха, позолоченная брюха? Он сказал: то была наша симпатичная муха, а паук был не наш, не симпатичный. А это наоборот, мухи не наши, не симпатичные, а паук симпатичный. Он наш паук, посмотри, какой он красивый.